Автобус, товарищи, мы не проспали сегодня. Ура! Представляете, мы сегодня прибегаем на остановку, уже все время автобуса, даже 2 минуты позже, и как раз он едет. Офигеть! Я думаю, блин, если мы сегодня пропустили опять автобус, я пешком бы не пошла, да, ну нафиг. Короче, товарищи, у нас сегодня суббота, мы едем опять в Виперков. Главное, я говорила Жорику, оставайся дома с ребенком, я сама пойду. А знаете, у нас получилось как в том приколе, что жена говорит мужу, что я от тебя ухожу, а он говорит, я с тобой. Так у меня муж говорит, я буду молчать. Я говорю громко, малый хочет меня перекричать. И мой муж говорит, не-не, я не буду тебе мешать, я тебе ни слова не буду говорить, но идем вместе. О, блин, так громко я разговариваю, тетка смотрит. Так что мы сегодня опять едем вместе. Надеюсь, сегодня не зря поедем. Будет какой-то толк. Я, кстати, вчера вечером покрасила волосы, но утром не успела выпрямить хорошо. Так только 2 раза утюжком прошлась. Не бойся, еще есть. Кто подписан на мой инстаграм, видел, я вчера выставила фотку, где с малым. Я с пакетом на голове. Так мой малый боялся, блин, меня смотреть этот пакет на голове. Он, короче, шугался. Мой малый поет песенки там. Поет песенки на весь автобус. Так что подписывайтесь на Леночку в инстаграм, кто не подписан. Леночка делится фоточками, делится видео с малым. Так что, кому интересно, подписывайтесь. Леночек лав. Я Леночек лав. То есть надо уже подрезать кончики, боже, так соврать. Слушайте, как мой малый подписан. Давидушка, ты хочешь на себя внимание все, да, маме? Мы так спешили, так бежали. Автобус еще стоит тут на остановке 5 минут, потому что он типа не по времени, типа... Слишком быстро ехал, поэтому он 5 минут стоит. Так бежали, бежали, чтобы сейчас 5 минут стоять, да, может? А вот сейчас он закрывает, уже едет. Так что поехали. Хочу сегодня кроссовки себе купить. Но я когда говорю, что я хочу что-то себе купить, потом ничего не покупаю. Так что лучше куплю, а потом скажу, что я купила. Кстати, я купила малому в Кико 2 баночки на днях у нас в Кико. Ну, в городе, мы ехали за город. И мама не хочет с них пить. Там просто сама эта соска другая. Кстати, тут ничего не слышно, я выйду и потом расскажу. Мы сейчас зайдем сразу быстро в пренатал, возьму бутылку. Что говорила, что взяла ему 2 баночки, поменяла уже, взяла 4 с плюс. Одну для водички, другую для молочка. Так он не хочет пить, блин. Там соска другая, у него до сих пор была соска, типа как женская грудь, знаете, такая в бок. Он привык к той, и с этой простой не хочет. Иду покупать новую банку. Это у меня красивый мальчик, плачет. Сегодня такой шопинг, как и в прошлой неделе. Ай, блин. Короче, в H&M. Сейчас же у нас сегодня или завтра, типа, праздник мамы. Ну все, успокойся. И там, если берет, короче, мама своему ребенку на 20 евро, то умеет 25% что-то себе купить. Все, 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 все. Короче, я взяла малому комбинезончик и маечку одну. И хотела себе взять что-нибудь, чтобы сделали мне 25% скидку. О, он плачет, хочет кушать. Жорик кричит еще сильнее. Я говорю, надо было сидеть дома. Сказала, что ты будешь молчать, блин. Ёпарасоте. Как будто, знаете, не может выйти с нами покормить ребенка. Должна я сама вот все бросить и пойти покормить. И пошел греть малому молоко. Короче, уже хрен эту скидку. Взяла себе быстро майку, что попалось под руки, и вышла. Эх, шопинг, короче. Сейчас покормим Лялю. Пойду, может, хоть себе кроссовочки куплю. Кстати, у нас сегодня и завтра. Помните, я снимала видео, типа, в замке Сфорцеска, когда, типа, собираются все 12 семей, устраивают там турниры рыцарские. У меня есть видео на канале, даже в прошлом году Галюся, когда приезжала, Галюська, привет, то мы были вместе. Но мы сегодня, думаю, не пойдем, а, наверное, завтра уже выйдем. Потому что сегодня и завтра как бы одно и то же будет. Но прикольно, все переодеваются, знаете, в такие старинные платья, такие, знаете, как принцессы. Леночке в такое платье была принцесса Елена. И принцик Давидушка, да, Утька? А вон папочка наш идет, сейчас мамочка тебя покормит. И пойду, может, вот кроссовки себе куплю. Чтобы хоть не был сегодня шопинг опять такой неудачный, зря. Но малому такой классный купила, типа, шорт джинсовый и майка от Микки Мауса. Такой классненький будет. Потом покажу уже дома. Ну, жара, товарищи. Уже почти 3 часа, мы ждем автобус. Сейчас без 5:03 будет автобус. Короче, мы приехали сюда на 11. И вот с 11 до 3...
Мы были в Эперкопе. Короче, Леночка купила себе кроссовки от Nike. И главное, купила черные кроссы, и это эмблема, знаете, Nike белая. Круто, я такая довольна, как ребенок. Ну, блин. Что, давай, ляпни, что? Молдавскую балигу, Nike. А я ее буду обувать только когда в Молдавии не будет дождя. Потому что если в Молдавии дождь, то это болото. Там нужно обувать кирзовые сапоги по кулина. Поэтому я свои Nike буду обувать только когда сухо, когда тропиночки, чтобы я так тик-тик-тик-тик-тик-тик по тропиночке прошлась. Короче, дала я за кроссы 60 евро, и они еще были в акции. Ой, в акции, тьфу, были в... со скидкой. Скидка была... 10%, мне кажется. И мне вышло 60 евро. 59, там, 90, 60 евро. А, я такая счастливая, товарищи. Ну, как говорится, каждый радуется по-своему. Кто-то радуется, что машину купил, кто-то радуется, что квартиру купил. Что орешь? Кто-то радуется мелочам, блин, а я радуюсь кроссовкам, да, потому что, ну, блин, для кого-то и 60 евро это как-то тоже деньги. Не каждый месяц можно себе позволить купить. Так что я счастлива. А Морику спасибо за красотки. Дюке и хлопцы, 5:30. Мы чухаем до дома. Проходим через наш парк-опари. Значит, 10 минут, и мы дома. Капец. Автобус, главное, был уже на 3 часа, мы возвращались. Но мы остановились там в одном магазине Lidl. Задали немножко спезу. Ну, такого, знаете, там, покушать. И поэтому пешком мне оттуда пришлось чухать. Потом зашли, заплатили булеты. Капец, 300 евро только на булеты. Булеты эти, платежки. Как заколебали эти платежки. У всех платежки или только у нас платежки? Блин, 180 был газ. Потом 60 был интернет. И что там еще у нас в море был? И вода тоже что-то 60. Ну, короче, мне платежки вышли. 298 евро. 300 евро. Из 300 мне дали 2 евро сдачи. Еще пиво Жорик будет ставить и... Леночка, поставьте пиво за кросс. Да. Так что вот так вот, 300 евро на булеты. Намочить. Это только булеты. А нужно еще заплатить дом. 430 у нас дом. Ну, типа фито это в месяц. Намочить... И не остается даже замочить кроссовки. Ну, так и живем. Мы намочим их, Амори, за такие гроши. Как говорится, как бы не было нам тяжело тут, но дома в Молдавии тяжелее в 1000 раз, товарищи. Вот тут я еще могу позволить купить себе кроссы от Nike за 60 евро. Знал, а дома что... калоши. Я не знал, калоши. Что ты позволишь себе такие. Да, Леночка, тут еще можешь себе позволить. А дома, товарищи, хрен. Вот я сейчас еду домой. В июне, кстати, я уже билет себе взяла, но не буду говорить на когда, пускай это будет сюрпризик. На выпускной племяшки. Выпускной племяшки 23 июня. Ну вот приблизительно в тех числах у меня и билет. Так что у меня нету прямо терпения быстрее домой. Кстати, билет мне вышел в 130 евро вместе с ребенком. Да-да, за ребеночка тоже заплатили, но там билет мой стоил что-то 113. И вот, считайте, остаток до 130, это я заплатила за Давидку. Видимо, там, ну, берется такса какая-то. Не думаю, что он будет сидеть отдельно. Все равно у меня на ручках будет сидеть. Или там вип-зона какая-то. Обычная, ну, это зона, как обычная, как она... Ну, для всех нормальных людей. Ну, короче, не там, где бизнес-класс. Ну, короче, в бизнес-классе Леночка точно летать не будет. Двитки такие хорошие. Я, кстати, всю неделю на диете похудела на 1 килограмм. А сейчас зашли в Lidl, и там уже они продают, знаете, эти круассаны такие свежие, хрустящие, с шоколадом. Обычно я, когда всегда заходила в Lidl, я брала за 6 штук. Типа себе 3, Жорику 3. В этот раз взяла только по одному. Говорю, Жорику, все, у меня диета. Взяла салат. Сейчас сделаю себе салат с тунцом и покушаю. Шагай, у нас мороженое. Иду быстрее. Кстати, мы мороженое купили. Ну, наверное, там уже водичка будет. Ну, ничего, кинем в морозилочку. Так что, как бы я не то, что там, знаете, худею, не кушаю ничего. Нет. Я кушаю как бы все. Просто именно заменила хлеб сухариками. И сладкое мучное я не ем. А покупаю себе, знаете, такие батончики, которые для худеющих. Типа там овсянка или хлопечка какие-то там с сухофруктиками. Вот такое. Потому что я без сладкого жить не могу. Поэтому стараюсь пока заменять. И реально мучное, макароны. Даже если съем макароны, буквально там ложечку.
хоть как-нибудь, блин. Хоть как-нибудь. Ну и все. Что-то будет. Надеюсь, хоть за все лето будет какой-то результат. Амор, разбудишь мне ребенка? Короче, я всю неделю варила себе гречку, варила рис, варила ячменевую кашу. Так, ну, муж так... А я, знаете, варю себе ячменевую кашу, и все, только ячменная кашечка и салат. А Зорик, говорю, Зорик, пожарю тебе там или котлетку, или сосиску. Он такой, смотри сама. Говорит, что хочешь убить меня своей ячменевой кашкой, блин. То я ему жарила, но сама тоже кусочек. Так. Ага, на такой прикол, короче, мы жарили сосиски на днях, вечером, так? И там оставались 3 штучки. Я как бы их поставила в холодильник, типа, на завтра, на обед. Прихожу, половинка, короче, нету половинки из 3, типа 2,5. А было уже ночь, это 1 часов. Я, короче, Жорик, солнце, ты же сказала, что ты на диете не кушаешь. Он такой, эй, ну ладно, кусочек, ну, короче. Все, пошла я купаться, легла спать. Утром он просыпается, говорит, солнце, а где другая половинка, которую я оставила? Я же только половинку оставила. Я говорю, солнце, я когда пришла в кухню, увидела, что половинки нет, думаю, блин, да ладно, я ее тоже сожру. И, короче, я... Без пары сидеть. Да, типа, зачем этой половинке? Зря сидеть, болтаться. Так что я тоже, блин, загрошала, съела пол сосиски. Загрошила. Ты кушаешь. Поэтому я говорю, я не говорю, что все, я на диете, я худею. Нет, я просто стараюсь более-менее кушать меньше. И более заменяю, знаете, так, продукты. Поэтому я не говорю, что все, я не ем. Я себя знаю. Я сейчас пойду заточу этот бриош сладкий, что я купила. Я еще йогурт купила, мороженое. Так что суббота, воскресенье можно. Ладно, все, мы дома. Короче, как говорится, диета слона. Диета слона. Ола, товарищи, мы дома. Аллилуйя. На улице такая жара. Это просто невыносимо. Сейчас быстренько так покажу, что купили. На этом влог заканчиваю. И будем кушать, потому что реально 5 часов. У меня еще такого не было, чтобы я еще не кушала. Вы представляете? Вот это, кстати, тоже нехорошо. Считайте, мы покушали, когда выходили из дома. Это было 10:30, потому что у нас автобус на 11 был. И что я кушала? Я пила, ну это орзо, типа я вам показывала, типа как заменитель кофе. Я пила орзо и сухарики, и кусочек этого такино, типа, ну типа как вареное мясо из индюка, типа как в колбасе. Мне даже нет сил говорить. И потом я съела буквально вот 2 кусочка, и все. И все, я больше не ела уже 5 часов. Это, кстати, нехорошо. Потому что я сейчас как накидаюсь. Я сейчас обычно, когда я голодная, я буду глотать все, что есть. Вот это нехорошо. Потому что желудок будет в шоке. Надо было что-то перекусить. Просто я ничего не хотела перекушивать в Эперкопе. Потому что, ну, чем я перекушу? Там только пицца. Там только такое греческое, как мы обычно кушали раньше. Я что, такое больше не ем? Или кебаб? Я не ем что такое. Я говорю, Жорик, ну что мне? Взять там салатик просто... Платить гроши за салатик, когда я дома могу сделать сама себе сейчас салатик с тунцом. Короче, поэтому я ничего не перекушала, а мой Амор съел гамбургер, а я реально ничего не ела. Так что, с одной стороны, я молодец, а с другой стороны, что не очень я молодец. Ладненько, короче, я такая уставшая, я как пьяная, у меня глаза уставшие, рот тяжело поворачивается, и мозг не соображает. Ладно. Покажу быстренько, так пробегу, что мы купили. Вот смотрите, вот эту баночку тоже от Кико. Я покупала, я вам говорила недавно, на днях. Эту для водички. Кстати, малому нравится. Он берет за ручки. И тут ему тоже нравится эта сосочка. Она такая мягенькая. 4+. Идет тоже антиколики. Можно и молочко. Но воду он с нее пьет. А я пробовала молока налить, он не хочет. И вот эту баночку я тоже покупала. Вот, тоже Кико. Кстати, хорошая фирма. Но малый с нее тоже не хочет пить молока. Я не понимаю, почему. Ему не нравится, видимо, сама вот эта соска. Тут такие спирали, вообще не понимаю, нафиг они их поставили. И вот, короче, сколько, 12 евро мне эта баночка стоила. Зря, вот зря выброшены на ветер деньги. Потому что Давида у нас что? Выбирает. Ай-яй-яй. Папа с резиновой. Папа с резиновой. Как, знаете, козликам давали. Поэтому пришлось сегодня вот купить вот эту новую банку. Сейчас я гляну, что здесь. Реально такая же типа соска, как на тех меньше.
Да, море, она не идет типа вот так на бок, знаешь, как та наша первая. Она идет для балованных детей. Да. Но тоже идет в форме груди, видите, тоже антиколики. Ну, эта баночка тоже нам стоила сейчас где-то 12 евро. Но это не стекло. Та первая была стекло, что я как бы обычно кормила. А это такой, знаете, пластик, но хороший пластик. Смотрите, шмотки, смотрите, какие классные джинсовые шорты. Я прямо это влюбилась. Папа, это папа, папа Синуси. Смотрите, и на таких подтяжках. Офигеть. Прямо, знаете, как для взрослых. Вот эта красота. 15 евро в H&M. Но цены на детей, конечно, жестокие. Это мама. Микки Маус. Да, это мама уже я к этим шортам. Дэвисон. Я взяла вот такой Микки Маус. Я говорю Жорику, Харли Дэвисон будет носить, когда чуть повзрослее. Сейчас ребеночек маленький, пускай носит Микки Маус. Такой Микки Маус 8 евро стоил, тоже в H&M. Красиво будет смотреться вот эта майка с этими шортами. Потом купим ему еще какую-нибудь бандану, босоножки. Ну, то уже следующая зарплата. Да, вот. Давидка, все по-хорошему понемножку. Дальше. Так, мои кроссы. Солнце. О, боже, мои кроссы. Я говорю Алинке, звоню Алинке, куме, говорю, Алинка, я купила себе кроссы. 100 лет мечтала. Чисто черные классические кроссы с белым Nike. Она говорит, Ленка, что не купила что-то там в цветочки разноцветные? Я говорю, нет, вот я реально хотела давно чисто вот такие вот классические. Смотрите, ну не красота. Эх, красота, лепота. Это не хорошая, не унисекс. Тра-ла-ла. Да, это, кстати, унисекс. Это не то, что женские, мужские, а это унисекс. Вот у меня 40-й размерчик. Эх, классно, 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 классно. Так что с обновочкой Леночку. А это я две быстро захватила, я говорила, майки, типа, когда берешь ребенку на 20 евро, то тебе, типа, 25% скидки. И поэтому эти майки, короче, 10 евро, и вышли мне, типа, там, 20% скидки, сколько там, 2 рубля скидка. Ну, блин, 2 рубля и то вперед, а? Вот это только мы купили, походу, из вещей, больше ничего я не вижу. И тут мы уже, а, вот еще в ОВС я купила себе такую майку, сейчас покажу. Такая, знаете, длинная, как футболка. И тут вот так вот она перед. И, ну, такая вот, не знаю, как объяснить, с таким шнурком впереди, вот такой переплет. Обычно такая майка длинная, как туника, я буду ее с лосинами таскать. Потом, когда одену, покажу. Все, вот это все. И тут уже чуть продукты. Быстренько покажу чай холодненький, батон Жорику, салат. Сейчас тунцом заточим. Все на Жорика. Мороженое я себе вот такое купила. Йогурт и клубничка. Потом вот эти два круассана, за которых я говорила. Видите, это типа выпечка. Их на месте. Это не то, что типа, знаете, берешь магазины эти, знаете, ну, как в упаковках. Это именно свежий на развес. Вот два круассанчика. Потом чипсики Жорик захотел с розмарином. Сейчас скажет, опять Жорик. Ах, этот Жорик. Только Жорик кушает в этом доме. Леночка бедненькая, ничего не кушает. Один растрат с Жориком. Да, ай, Жорик, одни растраты с тобой. Вот такую колбасу Жорик взял. Ну реально, солнце, ты сам захотел эту колбасу. Ты можешь сам ее кушать. Но я, может быть, чуть-чуть попробую. Угу. Так, наполовину попробую. Что, мамочки, сейчас, зайчик, сейчас. А, вот еще носки Жорику тоже взяла в Лидл. А, море, видишь, сколько всего тебе? Море, капец. Носки и колбаса. Носки и колбаса. Потом вот такие штанишки были в Lidl. Тоже, кстати, 30% скидки за 3,50. Такие, знаете, тоненькие, ходить по дому. Ну, мне кажется, вот это или розовые, или это, я не понимаю, что за цвет. Розовые и такие серенькие, потому что они, видите, упакованы, я не могла их открыть. Я сразу пострела, типа, что это 6-12 месяцев и взяла. Но я не знаю, если это не девичьи. Ну, ничего, Давидушка, если что, по дому, мамочки, спать в самый раз. Вот это такие тоненькие. Я уже покупала Давидушки вот из этой фирмы в Lidl. Кстати, очень хорошее качество. Поэтому сегодня увидела, было как бы последнее еще из 3,50. Говорю, блин, грех не взять вообще по дому в самый раз. Так что, Давидушка, если будут розовенькие, ничего, зайчик, мы никому не скажем. Мы уже сказали на весь свет. У мамы секреты как? По секрету всему свету. Да. И все, товарищи, вот это все, что мы сегодня купили. Ладненько, друзья, всем пока, хороших выходных. Пока-пока. Пока-пока. Чао-чао. Чао-чао. Давидушка, чао-чао.
Дедушка недоволен. 300. А что он грустненький, папка не хочет брать на ручки. Сейчас мамочка возьмет. Мамочка возьмет. У него ножка молоко не дает больше. Да, он, кстати, сосет большой палец. Сосет и думает, чем молоко там не тычает. Маме нету там молочко, так сосет большой палец, так ржачно. А все, беру. Не дуется больше.